Впервые в Чувашии присвоено звание «Мать-героиня». Его за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей получила Мария Кудрявцева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Мария с супругом Иваном из Шумерли воспитывают 11 детей, 4 дочки и 7 сыновей. Старший сейчас находится в зоне спецоперации в качестве добровольца. Родители воспитывают в детях патриотизм и любовь к родине. Мария Николаевна служит для них примером во всем. Каждому уделяет время и отдает всю душу. Она настоящая хранительница семейного очага. От души поздравляю с заслуженной наградой, написал в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.